Арктика сегодня. Морской грузооборот, лесные пожары, арктический гектар. Для запуска транзитной контейнерной линии, проходящей через российскую Арктику, потребуются соответствующие суда. По словам директора по развитию бизнеса госкорпорации «Росатом» Екатерины Ляховой, концептуальный проект таких судов уже готов, и они могут быть построены к 2025 году. Вместимость каждого судна составит 6000 ТЭУС, мощность 52,5 мегаватта, ледопроходимость 2,76 метра. В качестве топлива рассматривается сжиженный природный газ. Пока в «Росатоме» рассматривают возможность постройки 4 таких судов-контейнеровозов. Сотрудники Института леса имени Сукачева Сибирского отделения РАН прогнозируют в ближайшие годы рост числа лесных пожаров в отдаленных местностях Сибири и Дальнего Востока, в особенности на северных территориях, где, по их мнению, лес будет гореть чаще и больше. Причинами являются климатические изменения, повышение температур в летний период, засуха и перераспределение осадков. Потепление на 1 градус повлечет увеличение на 10-15% количества молниевых разрядов, потенциальных источников возгораний в лесах, цитирует ученых ТАСС. Пожары будут особенно угрожать Эвенкии, северным районам Якутии, Чукотке, северу Камчатки, а также Приангарью и Прибайкалью. Администрация Мурманской области выделила для передачи гражданам по программе «Арктический гектар» более 730 тысяч гектаров. Это примерно 5% от общей площади региона. Все земельные участки, участвующие в программе, нанесены на интерактивную карту, недавно запущенную онлайн. Как сообщают в руководстве области, только в первый день работы сервиса участками заинтересовались около 4 тысяч человек. Напомним, что программа «Арктический гектар» стартует 1 августа текущего года.